Ну что ж, начнем. Итак, что же в нем хорошего? А. Ум. В высшей степени проблематично. Б. Душа. Потемки. В. Характер. Зигзагами. Что еще? Так, что же в ней все-таки хорошего? Ну, то, что дурдом по ней плачет, это ясно. Но для начала надо все же за что-то цепиться. Ну, за что? Ножки. Ножки, как у козорожки. Фигура. Спроси чуть полегче. Мордашка. Мордашка, промокашка. Бред какой-то. Как она меня в это лихо втравила? Что происходит? В него ничего не проникает. Так ведь никакой симпатии не возникнет. А если пробудить к нему чувство жалости? У женщин от жалости до любви один шаг. Надо представить, он сломал руку. Нет, лучше ногу. А еще лучше шею. Ему больно. Гипсовые оковы. Несчастненький, бедненький котеночек, бедненький. Не получается. Что же еще он может сломать? А зачем выдумывать? Он действительно бедненький. Он же выпивает. Он мучается, когда вынужден тратить целый вечер на это мнимое веселье. Он мучается, наконец, от стыда. Их раскрасневшиеся лица, ведь это вечная краска стыда. Пружинщик, ты не носок. Носок на себя и спина прямая. Сколько раз говорить? Да, безнадега. Никакого желания даже поцеловать, хоть режь. И шаг какой-то тяжелый, не женский. За что зацепиться? За что? Ни сучка, ни задоринки, ни бугорка, ни впадинки. За что же так? За что же умненьких природа обижает?